Опять на дачу приехали. Это сегодня уже у нас 6-е. Пятница. Число не знаю, но пятница. Вот сегодня нам сосед покосил возле калитки. Вот. Кучку собрали травы. И вот кучка травы. И все это потом унесем, положим к себе на грядку. Вот в одну сторону у нас идут дачные, но там никого нет. Все сгорели. Вот это вот наш участочек. И в другую сторону, где мотоцикл, туда мы идем уже на остановку. Калина цветет. Красота. Сегодня хорошо. Ни солнышка нету. И дождя нету. Вот. Вот приготовили грядку еще одну. Капусточка поднялась. Вроде бы так это хорошо выглядит. Ну, вот таким вот приспособлением моя подруга мне такую подарила невестка. Называется торнадо. А я не умею. У меня рук не хватает, силы не хватает поворачивать, а у нее хватает. Вот он. Она таким вот приспособлением хорошо обработала все грядки. А я лопатой. Вот сегодня подкормку делали, потому что дожди были. Сейчас после дождей хорошо подкормку делать. Вот наши посадки. Пока еще картошка взошла, я свой ряд вот там у забора подшевелила, подкучила маленечко. Ну вот за 3 дня прямо так быстро все. Дождик прошел, так быстро цветочки оклемали, а то лежали прямо на полу. Марины корени или пионы, как их называют, еще только набрали цвет. Но муравьи не дают покоя.